блаженны будут те, кто выстрадал ее. Мне не нравится знамение дня. Я хочу, чтобы ты послушал меня. И поверь мне, что, как и прежде, я принял того. Кто из нас первый из апостолов? Кто из нас первый из апостолов? Приятно, что все-таки сохранился спектакль, все-таки он жив. 33 года назад я его сам затеял вместе с Павловичем Помским, режиссером этого театра, главным режиссером, и с нашими хореографами. А теперь, представляете, прошел через 33 года, еще жив. Так что это самое лучшее, что могу сказать об этом спектакле. Он продаст сердца фонарь.